В субботу, 17 августа, в Одинцовском городском округе состоится единый день диспансеризации. Прием будет осуществляться с 9 до 14 часов в Барвихинской амбулатории и поликлинике номер 2. Пройти комплексное медицинское обследование смогут мужчины и женщины старше 18 лет. Записываться заранее не нужно, пациентов принимают в порядке живой очереди. Для тех, у кого нет возможности прийти в эту субботу, медицинское обследование также проводится по будням, сообщил глава округа Андрей Иванов. Стоит отметить, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый – осмотр у терапевта, лабораторные и инструментальные исследования. Второй – дополнительная диагностика.